Всем привет! Сегодня у нас будет очередной тест. Будем тестировать на архидемоне, который вызывает монстров и наносит огромный урон. Что лучше, тяжелый удар рунами или все-таки смертельный удар? Этот демон призывает отвлекающих и сильно уменьшает получаемый урон на 2 секунды. Также наносит огромный урон по противнику с наименьшим здоровьем. Архидемон имеет очень высокую защиту, иммунитет к оглушению, молчанию и разбросу. Не может получить больше 500 тысяч урона от одной атаки. Кулдаун 5 секунд. Отвлекающие у нас увеличивают скорость атаки архидемона, имеют 8 разброс. Вот такой у нас сегодня будет состав. Вместо ведьмы Фрея у нее получше эти голуби справляются, также они дают попадать, тыковка воодушевления, ну и все по стандарту остальное. Так, побежали, соберем героев. Так, друид сначала с тяжелым потестируем, собран. Ну, тут без вариантов, однозначно оставляем так, благословление, ставим ее в топорик. Так, два есть. Дальше у нас третий герой. Мишка. Так, у меня, по-моему, тяжелого на мишку уже нету. Ставим пока смертельный. Так, три героя есть. Дальше у нас идет Фрея. Четвертый наш герой. Ставим ей слона. Купидон тяжелый. Так, 5 и тыковка. Ставим ремку рунами. И ставим ангела. Ну, вроде всех собрали. Так. На данном демоне надо начинать с Фреи. Так, все правильно. Ну, вроде правильно. Побежали. Пускаем ее, она выпускает голубя. Сразу выпускаем всех и кидаем щит. Так, смотрим, за сколько мы там нормально разгонимся. Ну, 10 секунд мы уже на разгоне нормально. В следующий раз мы уже потестируем, что лучше, какая тыковка, берс или другая для разгона. Ну, как видите, урона прилетает очень часто свыше 500. Прошлый рекорд по времени с Фрей минута 14 секунд оставалось у нас до конца. Конечно, это рандом, но все же интересно. Тут идет у нас с тяжелого удара дополнительный удар, а с ИУ будет просто увеличенный урон идти.
Минута 13. Так, есть. Меняем все руны. Ставим смертельный. Так, смертельный раз. Тут уже стоит два. Три. Четыре. Купидончики тоже меняем. Тыковку пока не трогаем. Так, есть. Ну все, побежали. Второй тест. Ну, вроде все. Пускаем ее. Волоп есть. Выпускаем всех. Включаемся. И смотрим, что у нас получится. Плохо нет ускорялки здесь. Здесь получается 5 героев с приспешником. У Фреи все-таки стоит доспех. Для... Я ее больше, скажем так, использую для PvP. PvP целях, чем для архидемона. Поэтому даже смысла менять ради этого одного архидемона нету. Так, смотрим, что там. Ну, судя по всему, будет похожий результат. А может и нет. Да, получше, смотрите. Минута 16. Ну, опять же, это немножко рандома, но, как видите, все-таки, скорее всего, из-за того, что тяж удар дает. Так, плюс 3200. А тут что у нас? Где там он? 2600. Да, смертельный дает больше, поэтому, скорее всего, за счет этого еще у нас немножко лучше показатели. Ну, хотя, не знаю, тут рандом, там стабильно увеличение. Не знаю, посмотрим. В следующий раз потестим тыковку вместо ремки, поставим ей все-таки берс. Один раз с берсом, а второй раз потестируем с замедлением, либо с тем же самым смертельным ударом. Потому что как бы от ремки толку нету, но единственное, что от ремки мы сразу получаем намного быстрее разгон, соответственно, мы можем намного там сэкономить 3-4 секунды в разгоне, хотя в целом дальше она ничего как бы не решает. Не знаю, надо будет потестировать, посмотреть. Поставить и берс, поставить и замедление, посмотреть, что лучше как. Но это чисто на этом архидемоне можно героями экспериментировать. На других вы так не поэкспериментируете, потому что там либо отражение, либо еще что-то, урон по зоне. Поэтому
Вот так вот. Ну, Фрейя, как обычно, один из символов героев, который используется все больше и больше в разных локациях. Не знаю, что будет дальше. Ждем следующую обнову. И там будет видно, будет ли новая имба, либо опять можно будет немножко отдохнуть. У меня уже аккаунт докачанный. Поэтому можно уже будет ролить таланты, менять героям, потому что вся основа уже докачана. Есть возможность. Поэтому пишите комменты, кто как еще проходит, какие составы вам потестировать. Это бездонатный архидемон у нас сегодня был. В принципе, проблем его убить нету. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, ждите акций. Все, всем пока.